Доброго времени суток. Давайте посмотрим, как долго ждать от него первых шагов. Как долго ждать, когда же все-таки он будет делать шаг к вам. Как мужчина, в конце концов, да? Если женщина не права, извинись, называется. Мужчины, между прочим, которые счастливы в браке, они так и поступают. Потому что женщина – это слабый пол, не сильный. Она должна чувствовать, да, неважно, права, не права, защиту своего мужчины. Ну, а после уже, да, может и пожурить с любовью. Итак, как долго ждать от него первых шагов? Давайте посмотрим, кто для начала. Это обманщик, что ли, у вас, девчонки? Обманщик. Обманщик. Человек, который лис. Семерка мечей лис. Лиса хитрая. Хитрость всегда применяет, да? Весь в блоках, весь в каких-то преградах. Сам себе может их выстраивать. Сам себе перекрывает удовольствие, путь, вообще все перекрывает сам себе. Любит, знаете, не любит, знаете, как для него клетка его золотая, она клетка. Из нее вылететь, то есть что-то сделать, чтобы было лучше, например, он это не сделает, девочки. Вечно в какой-то депрессне, товарищ-то у вас. Паш. Здесь паш, девочки, паш пентаклей. Ни денег, ни средств, да, материальных. Вообще с материалкой у него может быть плоховато. А может быть вообще человек, да, не любит двигаться сам. Любит только чертить, да, любит только план разрабатывать, что надо делать. И на этом все. Давайте посмотрим, как долго ждать вам этого товарища вашего. Башня. А башня произошла, потому что, видимо, обманывал, да. Поведение лисы вас уже измотало. Его эти все секреты, сокрытия, вечно какая-то охота на кого-то, да. Поэтому и башня. Тут все разнесено. Император. Вот, девочки, тоже смотрите, карты его показывают всего лишь как пажа, а он себя мнит императором. Так вот, императору снесли башню. В прямом смысле этого слова. Императору снесли башню. Ну, все, доигрался человек, да? Довыеживался товарищ. Его скинули, видимо, оттуда. Из-за того, что очень часто, не часто, а вообще стопорил все в ваших отношениях, да. Вечно человек, да, вам говорил, что чего-то не будет, чего-то не жди, да. Либо вообще с вами уже как-то стало не то, да, ему. И все время что-то было, что мешало, что не давало, да. Какие-то запинания. Не поход, да, а, ну, человек в инвалидном кресле. Честно говоря. А император должен быть другой. Вообще. А здесь, знаете, много слов было. Вот почему-то мне показывают опять было. Я вообще-то спросила, как долго ждать, да, от него первых шагов. Очень много слов было, что в будущем у нас будет, да. То есть вот, но для того, чтобы было будущее с вами, да, комфортным, классным, серьезным, для этого человек ничего не делал. У него, он должен был делать, да, вот, то есть вот что-то должен, какой-то шаг, вот, как объяснить-то? Вот к чему-то вы пришли, и должен был быть какой-то вот этот вот существенный шаг к переходу, да, на новый уровень. Но его здесь не было, здесь были только разговоры. Об этом. Солнце. Сам для себя изобилие. Знаете, такое ощущение, что здесь человек больше вспоминал о чем-то. Вот четверка чаш, да, это тогда, когда человек в каком-то разбитом состоянии, у него такая какая-то пресыщенность, что ли.
Ну, вот вкуса нет, как я говорю. И тут человек, да, такой весь печальный, несчастный сидит, да. И он только вспоминает, что было когда-то хорошо. Вот здесь такая же жизнь была с вами. Когда-то у меня было хорошо. Нет, девочки, здесь по ходу дела ждать придется долго. По двойке мечей здесь человек первых шагов сам делать не намерен. А я скажу почему, потому что император. И если вы тем более снесли ему башню, да, то есть его корону, то здесь в состоянии апатии, да, депрессии, хоть его у вас вместе с миллионом, с чемоданом положи, да, на коленки, он на вас не посмотрит. Здесь человек обижен, то, что вы его в очередной раз не поддержали, да, не посмотрели влюбленными глазами и так далее. Серьезно, нам не ждать шагов. Девочки, манипуляций очень много. Я вижу здесь просто бабах. Вижу бабах, то, что здесь просто снесли корону. Да? Здесь была ссора, ну, ругань. Но здесь не конец. Башня – это не конец. Это то, что еще можно, да, построить. Здесь манипуляции еще, понимаете? Здесь человек может не проявляться, сам манипулируя этим. Мир. И что это? Что-то не могу, девчонки, понять. Будет ли делать сам шаг? Девочки, он хочет мира. Это я точно скажу. Хочет. Но он ждет от вас движений. Он хочет мира, хочет благополучия с вами, хочет мирного существования, да, потому как к вам, девочки, все еще горит он, да, по тузу жезлов, но огонь у него к вам невероятный. Но здесь человек таких каких-то строгих, жестких принципов, и он, знаете, не переломит себя, чтобы сделать обратно. Ну вот не переломит он себя никогда. Иерофант и император. Это сочетание солнца, это сочетание, да, эгоистов какой-то там миллиардной проекции, понимаете? Здесь, если вы его поломали об коленку, то вам его и чинить, если вы ждете. Если вы сами проявитесь, то, возможно, здесь, да, отношения заново. Но сам он не проявится, первых шагов он делать не будет. Да, здесь, вот знаете, как... Импульс, если будет у вас, и здесь, возможно, да, новое. То есть здесь человек, да, ну, что-то новое наметит с вами. Паж движение. Ценное вы очень для него, дама, мне здесь показали. Дама. Дама Пентакли, земная такая, очень красивая, очень классная, посмотрите. Он к вам поэтому и хочет, потому что вы для него как талисман. Но сам он не пойдет, девочки. Проявитесь вы, подойдитесь такому импульсу, да. Возможно, еще, да, повернуть что-то в какое-то новое русло, да, посмотреть. Но опять же, девочки, это паж. Паж. Пусть он не тебя императором, но здесь паж, девчонки. Дайте, как сказать, ни родины, ни флага. Не даст он вам ни дома, ни изобилия. Изобилие можете дать только вы. Если вам нужен ребенок, да, то идите сами. А император в штанишках, да, я-то представляю его такого мальчика в шортиках, штанишках. Знаете, здесь как, чтоб шортики-то вот не спадывали, лямочка такая, вот он. Да, император в штанишках никогда сам не слезет со своего трона, чтобы вам поклониться.